Краски и сангвини кулаки. И черните. Ромочка, кто МТ-шечка? Войд будет танчить и Last Chance. Два танка. Не знаю, кто такой Last Chance. Мне кажется, он не справится. Слышь, ты охуел. Ты что, в него не веришь? Я вот в него верю. Я видел, как он рейд в лужу заводил в Эскорнелии. Да не, он, кстати, вроде нормальный пацан. Да ты тогда еще не играл, да? Я Чернославик Орешки. Каски, Этернити, ты здесь, братка? Блин, Китикет, друг, ты слышишь меня в РК? Этернити, ты каски бафаешь. Ты, Китикет, меня очень сильно бесишь. Прям вот не знаю, почему такое отвращение к тебе. Кем ты? Я попросил плюсовать один раз, ты 30 раз плюсанул в рейд. Теперь ты пишешь каждые 2 минуты, го быстрей, го быстрей, го быстрей. Ливни, пожалуйста, из гильдии, там будет быстрей намного. Рома, он тебя бесит даже больше, чем я? Вот реально, такое какое-то, ну, неприязнь к человеку, он как-то ведет себя неправильно. Не сдержано, наверное, вот такое слово подходящее. Давайте, чек на пул, выпейте, пожалуйста, фласки. Игрушка, что не так? Каску по себе, паладины. Рэл, дай фласку, пожалуйста. Не, нет, я запустил. Что, дашь мне фласку, тот нормальный пацан? Да что фласку надо? На атаку. На СПД. СПД фласка 80 голд, можете кидать обмен. На атаку фласку дам. А кто мне обмен туда? Подождите, короче, я все придумал, сейчас вообще все идеально будет. Кто так, мне обмен кидает? Тамагон, давай. Не, подожди, а потом танков не будет хватать, да? Никитос, еще у тебя же есть танк? 4. Да ладно, пойдемте так. Да хотел зайти на кого-то, чтобы плащ паролить, а потом еще раз его паролить. Ладно, запустил, короче. Добро пожаловать. Дай, передай обратно Эрелла самогон. Вы услышали призыв серебряного авангарда и бескрайний... Я хотел сначала с рейдом кикнуть, а потом передумать. Давайте. Три цифры и три русских нижних буквы — это весь ненужный шмот. Подряд в рейд-чат одно сообщение, короче. Не, ну там не все, не любые, короче. Смотрите. 851 пин. Пин. Ну там игрушка, самогон не расслышал. Я думал пим. Да я тоже понял, что не ту букву выбрал, короче. Стараемся не умирать, идем на ДБ, как обычно, но если вы умрете, то ГП и дальше просто так идем. В лужах не стойте, в танке меняемся на двух стак. Кто это сейчас был? Ну, почти о, ДБ было. Вот это ГП, Войд. Такси, поднимай Войда, протопал, забирай босса. А чё мы, если сейчас... Подождите, не бейте, стойте. Стоп, ДД, давайте упадем. Стоп, ДД, в босса, зайдите в лужу, упадите быстренько. Это у нас же нету КД ещё. Подняла Войда. Я же говорил, нельзя на него. Это ГП, Войд. Протопал, стоит АФКш. Я вообще не знаю, что за ГП там в этом. Да, все трини теперь за ГП, кроме власти. Трини, это на танка не нужна никому. Ну, короче, из-за мутанта... Не заходите в инст, еще бой бегать. Слышишь, что говорю? Из-за мутанта теперь трини на танка за ГП идет. Сука, путк. Виталик, заходи, пока она протопала. Или у тебя КД? Вроде заходите, короче. Но у нас же сейчас ДБ не провалилось, как вы считаете? 49-ка висит. Но надо, наверное, выйти обновить КД, у нас нет.
Сейчас мы... Ну, выходить надо. Пикнем к сухопутке. Серьезно? Слышишь, не? Да. Давай на БДК. Да у меня войд БДК, у меня нет протопала. А, нет, тогда я вообще не пойду. Домой. Так он вылетел, зачем ты его резаешь в препятствие? Ты можешь выйти из инста, его же из рейда кикнул. Я жду, пока он, короче, ну, исчезнет, чтобы я вышел обновить мог. Ну, хочешь, ты можешь пойти ДД каким-то варом, например, или ШП, а я протопалом зайду. Передай просто Ирла кому-то, его выкинь с инста. Надеюсь, вы меня не кикнули. Кикнули? Но почему-то ты... Пожалуйста. Ты провалил нам сразу попытку, понял, уже 49, и ты провалил ДБ. Так, это а что ты не чекнул? Чекнул. Потом запустил. Это много времени прошло. Да все, Виталик, он вернулся. Извини, брат. Так он сейчас опять вылетит. Вылетит, и все будет плохо. Ну ладно, я пока на ханта, как он вылетит, я зайду. То у меня что-то синий экран смерти словился. Ты же в ВВК всегда вылетаешь, что ты... Ну блин, ВВК. Типа, синего экрана никогда не было. Так, ну заходите, вроде 50. Цена самогон дашь ему пати, а я быстро зайду на ШП. А что теперь, если новый рейд, заново будем буковки писать? Кого писать? А, да не, все так же. Ты ебать. Да, блядь, потому что неправильно. Нормальная викторина. Ты бы в натуре хоть викторину, какой вопрос там какой-то задавал, а то буковки какие-то ебучие, блядь. Ну, допустим, кто вынудил Войда удалить персов? Или там, чье мнение в гильдии самое бесполезное? Гуделка, что ли? Там можно много гадать, кстати. Дай пати самогон. 50 попыток, что ты рассказываешь? Мы потому что все обновили уже. А если бы мы убили босса и не знали, что ты вылетел? А вы бы убили босса? Ну, там уже Войда подняли, он уже забрал на себя босса, короче, пришлось стопать. Вообще, не надо так огорчать. Да я не специально, компьютер такой. Ну, типа, а есть джинс у кого-то? У меня пишет, что типа драйверы устарели, типа обновить их. Я их обновил, и все равно дальше пишет, что драйверы устарели, типа обновить их. Я не знаю, почему так. Чек на пул. Не вылетай, пожалуйста, псукопутка. Тут три джипса сразу поставили, короче. Иначе мне придется тебя исключить. Блин. Я запускаю босса. Приготовьтесь к сражению. Смена танков на двух стаках. Саках? На трех. На трех там уже как бы больно сильно. Ну поменяйтесь на трех. Только чтобы они спасть успели. Они успеют три спасть. Только бы не вылететь. Ну, вылететь сейчас не так страшно, как вылететь на следующем боссе, допустим. Если ты спланируешь вылететь, вылетай сейчас. Через 20 секунд, да, мне... Был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! Твои не стойте в лужах. Героем Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. 3 секунды до пула. Отойдите от босса, там роги всякие. А что там, на каком боссе рост нужно давать? На следующем. Забывайте меняться танки. Забирай, слышишь, пятый убьет. Псих, ты тут, псих?
Он ходит на месте. Не бейте, стоп ДД, стоп ДД босса, стоп ДД. Не бейте, заходите в лужу, умирайте, Виталик, заходи. Да блядь, заебало нахуй. Виталик, а ты вытончишь тем палом, на которого ты заходишь? Кто сказал, что я буду тебя тончить? Ты поменял брата уже, все. Блин, ну я зайду на протопал, это не проблема. Тогда на ДД на какого-то заходи. Это знаешь, как из картины, когда этот Саня Белый говорит, типа, будут стрелять в меня, заденут вас, типа, вы точно со мной пойдете? И все говорят, да нет, иди тогда один, блядь, хоть и все. И конец сериала. Сука. Айру. Видите, какой психпослушный типа, лучше вылить сейчас. Почтим память павших героев минутой молчания. Тут там у нас в чатике пишет хуйню всякую. Не, реально, ПП там, ну, попробуйте пока с ним, я не могу кинуть пацану. Так чё, Рома, новая КД, опять новая хуйня? Какое новое КД? Да ну, нет, всё дальше. Ну-ка, выйдите, есть там кто-то в инсте? Черсей, Казайк. Я в инсте. Всё, заходите, тут 50. Коля, Николай. Виталик, будешь заходить на протопалы или нет? Простите, пожалуйста. Давай, Димон, счастливого рейда следующего тебя какого-нибудь. Я говорю, я в ПП, потом, Ром. Но я не могу кинуть, пацану. Почему Рома это Роман, а Виталий это не Виталян? Я там, типа, в рейде еще лежу, мне заходить? Ну, ты можешь зайти, как бы, но мы тебя больше брать не будем. Два вайпа из-за тебя. Пойду еще гуглить, что за шляпа. Дайте. Осипки. Ребята, мы падаем из-за того, что РЛ ебал быща. Смогон, дай бомбати, пока не богу, сейчас я зайду на танк. Или гусь РЛ, да? Я не ебал гуся, идите нахуй. А за двух осилил. Джейми пиздобол. Я тебе мут снимал, чтоб вот так вот ты сявял. На пацана, что ты мут снял? Если пригласил тебя, чтобы тебя снял кто-то другой. Бля, Брисел, чего у тебя за привычки такие, знаешь, вот я когда еще в школе начально учился, там, знаешь, мы там пирожок друг у друга спиздим, короче, и, ну, и ты такой лохматый, отмазываешься. Лохматый. Это не я взял твой пирожок, на пацана отвечаю. Ну, то есть ты с детства уже крысь привык, да? Правильно? Это я тебе пример привел. Такого даже не было, блядь. Ладно, про крысу нормально было. Сплиндер. А почему Рома я отстал от жизни? У него 5 стаков. Да, ну, потому что псих 2 трая зависает, понял? Мы из-за этого падаем. А коронку никто дать Войду не может, чтобы хотя бы скинул стаки быстренько. Да, прям в то время, когда он босса держит, надо корону давать. Мы же говорите, что я сейчас вылечу, я вылетаю, типа, это из-за вас я вылетаю. Мы же пытаемся ДБ еще сделать, как бы, чтобы, ну, попытаться хотя бы. А, я вижу, как вы пытаетесь. Без ДЦ делать ДБ. Второго босса очень сложно будет бить без танка. Без какого танка? Который вылетел. Да. А, так, ну, нужен это... ДЦ или нет? Да не нужен, Стиль, нет, так ДЦ будь. Пойду. Кого там ДЦ? ДЦ нужен только на каком боссе? Я даже не знаю, на каком на он нужен. На валькирах. Да на валькирах Эрдруна хилит в 2 раза больше, чем ДЦ. Да нет, нихуя. Сколько на абсорбе ДЦ, на валях ни один хил ни столько не выхилит. Холи Прист. Нет, даже Холи Прист. Бля, Войд, ну ты видал, как ДЦ абсорбит на валькирах? Ты гонишь нахуй? В тот раз мы без ДЦ были, и на валях у нас никто не упал. Короче, вы в тот раз поставили 3 Дживса, а сейчас освободите прото-ауру и поставьте еще одного Дживса. Поставьте, у кого прото стоит ретри. Ну или лед. Дживса больше нет, правильно? Короче, походу мы не успеем, да, типа, по второй ВК сходить. Дайте еще, да у меня нет слона, дайте еще, а вон Дживс стоит, дайте бафы, пожалуйста. Ой, бафы, рыбу. Дайте чуть-чуть сосредоточиться, не могу. Хлепец, заходи. Почему Леня это Леонид, а Леша это не Ляшит?
Ебать, мемы сейчас бы ВКонтакте и ВРК читать, пиздец, блядь. Которые уже, блядь, вышли еще вчера, блядь. Охуенно. Вчера. Почему Джей крутой, а прицел нет? Хотел сказать, почему Джейми гей, а прицел нет. Так, еще раз чек на пул, я надеюсь, в последний раз. Че, потом расходы? Типа да. Чендлер, ты здесь? Рестер друид. Марат. А, все готовы. Давайте, запускаем. Добро пожаловать, герои! На скольки меняться? На трех или на двух? На трех. В этом Колизее вам предстоит сразиться... Не стойте в лужах, братки. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда... А есть у кого зелье, настойка магии? Глубоких и темных пещер грозовой гряды был... Какой настойка магии? Это настой или зелье магии? Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Ребята, сколько у тебя хосты? Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь на... 1371. Ну нахуя тебе стоит? Сколько должно быть? 1200. Это мало. Это достаточно. Лойд 1200 дает 20 качеств. Причем он еще не бисует. А как у него так мало? Вот у меня все камни на этот... Он камни вставляет, понял, короче, СПД крит. Это профитнее, чем... А у меня все камни просто СПД стоят. Вообще СПД все, даже желтые? Ну большинство, короче, 80% камней просто СПД стоят. Ну, у него, понял, типа красные... У меня 1400 хосты, 1380 где-то. Ты слушай, у него красные, короче, СПД, а желтые... У меня ревностный брокнул, дайте красную каплю. Забери еще раз, забери еще раз. Желтый СПД крит. Ой, было страшно. Че я, какого, правого, левого, Танчо, а ты правого, да? Просто, не шарю тактики. Левого сливать надо. Правого сливать надо. Какую сливаем? Правую, левую? Правую, которую Вой танчит, правую бьем. Что, дайте Геру? Конечно, брюк берите. Давайте рост шамана. И потом побегись по ним. Давай самогон гим на хп. Давай, припец, еще один. Забери босса. Еще уси. Забери босса потом на себя. Что? Филипец, у тебя низкий ФПС, я понимаю, да? Филипец. Да, 17. Сангвини, ты вроде бабла, можешь ты бабу бросить, я, конечно, не уверен. Тут надо делать сакры давать. Да. А у кого хрост аура стоит, вы будете давать, короче, этот мастер аур. А вот там ром не просто аура, там же физический урон. Физуха идет, но тогда еще не надо. Надо просто ауру поставить тогда. Ретрику. Че, мне не надо этот забирать тут босса нигде? Нет. Сейчас сакру дай, Ром, сакру дай.
кстати, не знаю, как смотреть, в кого он бежит, у меня не пишет этого. Что, что? Он показывает на миникарте. Твара, на миникарте. Твара, мерточки. На миникарте показывает. Кто все живем? А что, Алина, говори быстрее. Маму, дайте маме, пожалуйста, умоляю. Прицел, залей ей маны. Ты ж, Рома, он на миникарте, короче, показывает, кто бежит. Видел, мне написала там сам, Warcraft написал. Короче, под следующий прыжок босса прожимайте все деф-обилки, сакра КД. Прицел, залей СРС и маны. Пока не бог, залей СРС и маны. Бежит он в Этерните. Убегайте, убегайте. Было опасно. Такие вы все бегуны, конечно. Здесь это перегар, нахуй. Выключи одну. Кто выиграл? Я забыл, игрушка. Я иду пить. Не рулил даже. Сейчас робота вырусовая раскидаешь там. Почему? Ну ты же не рулил. В смысле? Ну, типа, писали в начале комбинации. Не запускай сейчас. Прикол. Орел кидал. Костя, дай булочек, пожалуйста. Так что сейчас за босс будет? Джараксос? Да. Короче, давайте. Простя, Шэдоуморн, Самогон, Оверман. Тупо вчетвером диспелите все время стаки с него. БДК каст избавить. Запустили уже, что ли? Не спешите, пожалуйста. Войт попросил же не запускать. Чек на пул. Ну все, не торопитесь. Игрушка, китикет, самогон. Короче, набирайте рейндж, все хилы, захиливая метки. Сразу все абсолютно все свечимся в вулканы, в эти в порталы. Только два мага все время бьют босса. И самогон все время бьет босса. Остальные свичимся все. Я пришел. Самогон, ты босса бьешь, диспелишь стаки вместе с магами. Окей. Хилы проверьте, чтобы вы до всех доставали в рейде. А зачем шипы диспелить? Там же маги на себя заберут. Ну маги вдвоем не успевают, короче. Ну, наберите рейндж между собой. Ясно. Yes. Берите рейндж между собой, РДД хилы пошире станьте. Что вы там в одной куче все столпились? Сейчас милики подбегут к боссу. Вова, отойди чуть-чуть от босса, и Эрлангур тоже отойди, он сейчас случайно тебя стукнет, будет бобо. И пока не бог, тоже отойди. Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Шарацус, эретарский повелитель пылающего легиона. Бейте портал все. Давайте в босс. А что там, какой-то каз будет у него жесткий, типа надо к сакру дать или что, или ничего не поможет? Бить такую. Это, наверное, под вулкан, слышишь?
по времени какой-то удар будет, что Бибок все время за него переживает. Это цепуха, короче, цепная молния. Цепуха. А, типа она совпадает со стаками там в одно время? Ну, типа да, надо диспелить стаки постоянно, поэтому и... Ну, и касты сбивать. Давайте, вулкан все. Вот. Ну ничего страшного. Сорян. Игорь планы. Не переживайте, у меня есть на паладине ДБ, когда не будем расстраиваться, спасибо. Приветствуйте, пацанов. Промо, можно услышать комментарий? Чего? Чего мы убали комментарий? Все шмотки отдаются одному человеку, что ли? Ну, вам нужны какие-то шмотки? Короче, когда так, просто Бибоп... Когда Бибоп ведет рейд, и Джерри он ведет когда рейд, они забирают весь шмот этот себе. Мне он не всрался просто. Я весь шмот этот отдаю тому, кто выиграл его в начале инста. А, ну плащ вы на кота, я хотел бы пароль. Ну плащ, вы шмотки, которые вам нужны, вы пишите, вы их заберете. Ему-то они не нужны. Он-то просто ради голды их ролит. То есть ты такой человек, блядь, взял всю голду ему отдал, да? Получается. Так он выиграл ее. Блядь, прицел, что ты начинаешь хуйню нести? Блядь, я не участвовал в этом роли, заебись. Потому вот что тебя не ну, было. Блядь, потому что тебя ВРК не было, надо было в РК зайти на. Ты вообще ебалик свой закрой, там сидишь, пиздишь. Если вам нужны какие-то из этих шмоток, напишите игрушки, он вам их даст. Вы, кто запустил босса, давайте мы сразу ГП начислим. Там лок стоял рядом. Я, короче, бьем рогу все. Лока, ищем лока, бьем лока. Войд, забирай на себя вара. Войд, забирай вара на себя. Рогу проблема лока? Не в том, кто стоял рядом, а в том, кто запустил. Бьем лока. Бьем. Я не вижу. ДК вытянется, вара. Бегите, блядь, пулей. Да их тут никого не вытянешь, два танка. Пока не бог, поднимай Чендлера, Макси, поднимай Приаму. А, прямо жива, не надо для никого. Эти боб Серсея. Прицел, поднимай Серсея. Отойдите, короче. Смотрите, видите звездочка, отойдите от звездочки все. Убегайте все от нее. Мы тут заберем миликов сюда побольше. Просто бегите от меня. Убили Лока? Нет. Еще кого-то. Там а где он вообще? Подведи кого-то отдельно. В сторонке он стоит. Бейте, короче, Лока, как убьете вон его. Вон он, Сириса стоит, кастует. Я могу метку поставить. Ставь метку, ставь метку. Дай мне ассист, Рома. Рома, дай ассист. Да тихо, блядь. Ром, дай ассист. Давайте, Макси, звезду поднимай играйте, Юси. Играйте, Макси, поднимай Юси. Пока не бог, поднимай Приаму. Том печеньку сыграйте. Диспел. Пилипец, масс диспел по КД. Пока не бог, поднимай Приаму.
Диспельте с лока хоты, он, вы же его не убьете, на нем висят 4 хоты. Диспель унесу. Короче, я предлагаю человеку, который запустил босса, сейчас признаться. Я начислю ему ГП. Если этот человек не признается, я начислю ЕП 7 людям, которых я подозреваю, что они запустили босса. Тупо, по моему мнению. ЕП? ГП. Хорошо. Ну, блин, вы, я не знаю, зачем их было запускать? Вы спешите куда-то, инс на полчаса у вас, или что у вас было? Там Хан стоял, Лок стоял, Рога стояли, они даже не знали, что вы босса запускаете. Чемпионы упали, согрелись. Я плащ хотел передать этому ДКшку, он там... Хан, бедняжка, не знал, короче, что они даже рядом появятся с ним. Они появились, он бедный дернулся и сагрел их сразу. Филипп, не пойдем, здорово. Не, а какой смысл? ЕП нету за вот это. Че, РС-ку сразу? Ну, я не знаю, если соберем РС-ку. Самогон, ты приз, ты, блядь, че не диспелишь, нахуй? Ты еблан? Ты еблан, блядь, тупой, нахуй. Объясните ему, почему я не диспелил. Что, наверное, ты, потому ты, что я мертвый лежал, нет? Ну вот, только это. Филиппец, пиздец, я в ахуе. Еще раз спрашиваю, кто запустил босса? Не в смысле сагрил его, а кто вот, ну, нажал на боссе, типа, что мы готовы к ивенту. Да похуй, давай. Я прицел, вот видишь, я пока был жив, я 9 раз раздиспелил. Это прицел. Да не я, блядь, ну похуй, пускай будет я, да пизды, блядь. Не найдешь ты, Рома, сейчас виноватого, блядь. А это тупо прицел, потому что видишь, как он, ну, полностью неадекватно себя ведет, потому что в таких ситуациях он там уже бомбил. Всегда так себя ведет. Еще раз объясняю, пацаны, там вот ханты, вы переписываетесь, не у вас проблема, что вы рядом с боссом стояли, я бы тоже туда сейчас бежал. Я просто бегу и уже вижу, что вы агрите боссов. Проблема не в вас, проблема в человеке, который нажал на босса. Чисто логически мы можем думать, что предыдущего босса Войд сам запустил. Просто он сказал, не запускайте, я секунду. Через секунду он приходит, запускает босса. Войд, этого босса тоже ты запустил? Нет. А почему ты предыдущего запустил? Ну, я сказал все в РК, может я тихо сказал, не знаю, у меня видео есть, короче. Так, а что? Войд, давай на этом посмотришь, кто стоял у моба и кто его запустил, на видео будет видно. И найдем пиздобола, который не признался сейчас, что он запустил босса. Давайте до трех.